вышли мы с отеля, чтобы прогуляться в парк. Здесь парк красивый такой. До сих пор работает фонтан. Что самое удивительное, водичка бьет ключом. Красивый такой парк. И фонтан. Рядышком гостиница «Радисон». Для меня это «Радисон». Может быть, другие называют «Рэдисон». Мы искали в этом парке дерево со скворечником. Точнее, скворечниками. И вот нашли его. Вон сколько скворечников. И церковь рядышком. И уже пейзаж осени. Листья желтенькие, с зеленым перемешанные. Где-то мы шли, там уже оранжевые листья были. Со спины не могу повыше руку поднять. Спина до сих пор болит. Красивое очень место такое. Правда, сегодня прохладненько. Хочется надеть перчатки. Ветер сильный, где-то 9 градусов на улице. Красивая церквушка. У них здесь парков столько много, что ходишь и не знаешь, что и поснимать вам. Ну, так красиво. Красота. Везде красота. Латвия меня порадовала. Рига. Рига порадовала своей красотой. А здесь еще один фонтанчик такой же. В виде цветочка. Как из цветочка. Я представляю, здесь летом красота. Все цветет, вот эти все цветочки. И в парке здесь вроде выставка картин еще есть летом. Ну, вот как-то так. Вытянутое здание, библиотека. Ой, не вижу. Ладно. Потом, если поближе подойдем. И мост. Мимо проезжали. Выходим на рынок. Надо идти в те ряды. Давай в те. Да, давай в те ряды пойдем. Мандарины. Гранат. 2 грамма, 2. Мандарина, да? Да. 90 шурма. Немножко испортившийся, 8 центов. 80 евро 50 капуста, картошка, лук. Гранат, мне вообще прям так нравится гранат, он такой красивый. Сливы, желтые, синие, 4 евро. О, даже 7,99 хурма. И мандаринчики, арбуз, виноград. Аккуратно.
Красота. Арбузик 2,50. Опять мы вышли на эту площадь, где статуя свободы, Оля? Да. Стелла. Статуя свободы Стелла. И там караул стоит. Охраняют. А здесь еще такой парк, тоже похож немножко на наш парк Шнелли. И есть пруд. Красиво. Гуляет. Народ, молодежь гуляет. Замочки висят. Вон сколько замков. Здесь, наверное, молодожены вешают свои замочки. Красиво. Вил, найди свой замочек. Ну, 20-23. Всякие разные. Уточки. Красивая музыка в парке играет. Но нас сегодня в сопровождении музыки красиво встретила Рига. Ой, кафешечки, да, такие, как сказать, кафешки очень уютные, маленькие. We'll be right back.
кафешечку перекусить. Булочки. Выпить кофе и по булочке съесть. Здесь такие вот пирожные, рулеты. Красота. Какое все вкусное. Там булочки. Hello.